Смотрите, ребята, в чем я. Видите? Колпак. Я выступил с предложением, чтобы в отеле у нас были хорошие рецепты борща и сборной солянки. И руководство отеля как-то прониклось этой идеей, и мы сейчас фигачим солянку и борщ, и вечером будем кормить весь отель солянкой и борщом. А Ира сзади снимает уже все. Поэтому она пусть сейчас подключается, я буду работать и меньше разглагольствовать. Ну, финиширую когда, тогда вам скажу что-нибудь вкусненькое. Вот, давайте. Вот это мой размерчик, который мы кушаем. Давай. Вот. И мы, как обычно, начинаем с маленького, а потом начинаем серьезно заниматься. Своя томатная паста особенная, такой нету у нас. У нас более густая такая томатная паста. Нет соленых огурцов, они не знают, что такое соленые огурцы, у них есть маринованные. Но да, это я предупредил, что лучше всего соленые, но в принципе неплохо. Они такие не без много, без уксуса сделаны, мало уксуса маринованные. Поэтому они не прут и похожи, ну так, отдаленно похожи, что-то среднее между маринованными нашими и солеными. Ну, в принципе, хорошо все. Два. Сразу. Два. Три. Оливки и каперс. Каперс. Кеперс. Кеперс. Сейчас начинает быть похоже на готовую соляночку. Так, вот, ребятушки, посмотрите, сделали то, что нужно. Ну, еще, конечно, нужно добавить сюда оливки, каперс. Сейчас ребята принесут. Еще не все, но уже видите, что-то. Настоящая сборная мясная солянка русская в Дубае. Много ингредиентов в русской солянке получается. Все кладут и кладут. Будет густое-пригустое блюдо. Все. Уже заканчиваем. Скоро будет готово. Лавли. Солянка. Дело идет. Ирина снимает. Я тут пытаюсь подснимать чуть-чуть. Поэтому скоро будет борщ и солянка. Сборная мясная. Накормлю ребят, научу, чтобы они дальше кормили русских туристов. Здесь из Украины есть, из Белоруссии есть, из Чехии, Польши. То есть тут славянский мир. Они будут есть с удовольствием эти вещи. Ребята талантливые, все понимают прекрасно с полуслова, поэтому тут шансов обосраться нету, ребята. Ну вот. Смотрим дальше. Так, ребятушки, вот мы тут колдуем над борщом. Сейчас картошечки чуть-чуть положим. Но тут свинины нету. Арабские Эмираты, свинины. Не будем никого душить свининой. Будем делать на курице. Хороший вариант. У меня, кстати, на канале нет на курице. Есть на гуси, а вот нет на курице. Пап, вы сейчас уже ко второму, да? Уже борщ делаем, уже обрабатываем овощи, фасоль уже заложили в томатном соусе.
Сейчас будем следующий этап делать. А солянка уже стоит вот здесь. Готова. Отдыхает, релакс. Вкусно пахнет. А мы вместе будем пробовать. Сейчас борщ сделается, и потом мы вместе будем пробовать. Бульон. За вареной водой пошли, пап. За вареной водой пошли. Целая чикен. Погнали. Капустевич? Пап, а? Капуста? Да, да, все. Там. Больно? Там где? Курочку разбирают. На соцветии. Да, ребята, вообще. Ну, приятно работать. Я думаю, прямо ресторан открыть. Сюда перееду. Там забьем, будем здесь готовить. Тепло, море. Утром покупали. Ты видишь выражение моего лица? Нет. Зря. Магазин тебе откроем. Все зарядили. Сейчас будем уезжать, и кусок стоит. Сколько ему надо постоять? Ну, минут 30 надо точно ему постоять. Так как до завтра надо стоять. По правилам. На завтрак пусть подадут. На завтрак нет. На ужин не готов. Все, ready and... Вот, ребята, все. Сварил я соляночку ребятам. Вот готовая тарелочка. Вот готовая кастрюля. Сейчас мы будем пробовать. Давай, давай. Да? Давайте попробуйте еще. Ну все, ну и молодцы. Давайте пользуйтесь. Да, здесь у нас еще есть, готовится борщ. Сейчас будет готовиться, вот он стоит. Еще 20 минут поварится и будет готов. Папа приготовил солянку. Вкусно. Идеально. Скромно. Я вечером разберу на ужине. Такой вот борщ приготовил шеф Шаров. Там аншлаг. Я не знаю, дойдет ли он до ужина, но уже все тут кушают, прикладываются. Самый хитрый, самый взрослый шеф здесь. Нравится? Ну что, ребята, давайте пользуйтесь, пожалуйста. Все, мы пробуем, ребят. Все. Спасибо. На здоровье.